Для Аргентины Лионеля Месси и Португалии Криштиану Роналду чемпионат мира уже закончен. Сможет ли избежать этой участи Бразилия Неймара и сможет ли он сам стать настоящим лидером пентакампеонов? После расслабленного группового этапа Неймара и компанию ожидает первый настоящий тест в лице сборной Мексики, которая на этом турнире по сути досрочно отправила в освояси действующего чемпиона мира Германию. А соперники бразильцы отзываются с уважением. Я бы сказал, что тренер у мексиканцев очень умен. Он работал в Сан-Паулу, и я слышал о нем только лестные отзывы. Мы не попадем в ту же ловушку с Мексикой, играющей от обороны, потому что тренер, я уверен, для нас придумает какой-нибудь сюрприз. Мексика показывает пока сильный и интересный футбол. Вылет действующих чемпионов мира немцев начался именно с поражения от мексиканцев. Впрочем, Мексика 7-й раз подряд выходит в плей-офф чемпионатов мира, но 6 раз первенство для нее так и заканчивалось на 1/8. Статистика личных встреч двух команд на мундиалях в пользу бразильцев. 4 победы в 4 матчах, причем Бразилия ни разу не пропустила.